Здравствуйте, меня зовут Глеб, и я являюсь преподавателем Ассоциации репетиторов. Я студент 4 курса Института тонких химических технологий имени Ломоносова. Работать репетитором я начал с 2017 года. Я занимаюсь подготовкой к ЕГЭ, ОГЭ, дополнительным вступительным испытаниям и задачам олимпиадного уровня по химии. Также я провожу подготовку к ЕГЭ и ОГЭ по физике и математике. В своей работе я ориентируюсь на качественный результат, достичь которого можно только досконально зная свой предмет. Важным компонентом своей работы я вижу выработку мотивации ученика к предмету. Хорошим подспорьем для усвоения материала и развития аналитического склада ума я считаю самостоятельную работу ученика с домашним заданием. Идя в ногу со временем, я использую как очный, так и дистанционный формат работы. Обращайтесь ко мне, если вам нужна квалифицированная помощь. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Всего вам доброго!